А где Лища? Творят чудеса. Могут ускорить наши трагедии. Не спрашивай меня, как. Киди, скажи, ты американка? Да, детка. А в чем дело? Ты же смотрела кино? Ну, до прихода нацистов. Да, ходила пару раз с мужем. Я обожаю кино. Вот что я думаю. Я же писатель. Да-да, не сейчас. Не беспокой меня. Входи. Привет. Даже не верится, что ты еще жив. Ты тоже. Тебе снесли голову. Как делишки, брат? Тут много математических уравнений. И это иногда не так уж... Я очень хорошо знакома с машиной Enigma, поэтому... Как дела, братишка? Думаю, я справлюсь с задачей, Герр Бласковиц. Пиши, Бласковец. Внизу высокий уровень радиации. Бласковец, проникни в бомбоубежище, пока тебя, ну, понимаешь, не убила радиация. Беги.
Нацисты хранят украденное досье на своем командном пункте. Тебе нужно как-то туда попасть. Außer Gymnastik und echtem. Okay, davon wusste ich nichts. Aber nicht nur an den Schuhen. Willst du mal eine lustige Geschichte? Was war das aus London? Klar. Eines Tages war es. Ну, следующий. War sehr lustig. Rannten rum wie aufgescheuchte Hühner, völlig ohne Taktik. Und ständig lagen sie irgendwann aufeinander. Die haben sogar den Ball in die Hand genommen. Du machst Witze. Ich schwör bei Gott, es war so. Ach, das lag. Ja. Was ist damit überhaupt passiert? Geschlossen. Und sind die Gefangenen ausgegangen. Oh. Na dann. Thank you.
прямо как в детстве. Стрелял по банкам из ружья. Только банка большая. И ружье. Единственный путь вперед, через лифтовую шахту.
Noch nicht. Thank you.
Грейс ждет досье по Новому Орлеану. Значит, можно уходить. Вы в хлеву, что ли, родились? Сейчас радиации напустите. Öffentliche Dekontaminationskammer beschädigt. An alle Mitarbeiter legen Sie umgehend Ihr Atemgerät an. Ich wiederhole, nördliche Dekontaminationskammer beschädigt. An alle Mitarbeiter legen Sie umgehend Ihre Atemgeräte an. Ласковец, я готов тебя забрать. Поднимись повыше и оттуда подай мне сигнал. Ласковец, я готов тебя забрать. Поднимись повыше и оттуда подай мне сигнал. Я вижу. Я уже подлетаю. Давай, уходим!
Мы отлично сработались. И... Вот дрянь. Эй, Сет, гляди-ка, я припёр свеженьких нацистских роботов. Отличные объекты для твоей важной научной работы и все такое. Эй! Ау! Шашана, гляди, кто пришел. Сам Шимшин Бласковис. Что ты наделал, Ингли? Как ты мог? Я теперь только и делаю, что изучаю артефакт, который ты принес. Изучаю и злюсь. Видишь ли, инженеры, так и худо создавшие эту штуку, назвали ее ключом Бога. А я скажу, только полный шмак воспримет это буквально. Ведь, во-первых, это не ключ. Я никакого ключа тут не вижу. И что гораздо важнее, я не знаю, зачем он нужен на самом деле, и поэтому я злюсь. Я в бешенстве. Ясно.